так, что всегда есть за что благодарить. За все. И я благодарна Богу за то, что я могу выйти и сказать Ему спасибо. Хоть в нашей жизни бывают и взлеты, и падения, и радости, и проблемы, но я всегда благодарна Богу, что Он дает возможность все проходить, всегда иметь этот мир сверхъестественный в сердце. Я благодарю, что я здорова, что я радостна, что Бог мне, не перестану повторять, подарил мне семью Божью, что у меня есть такие прекрасные братья и сестры, что Бог мне дал настоящих друзей, и что, знаете, это Бог все дает. И мы можем приехать в другой город, и у нас могут быть такие близкие друзья, что вот есть у вас такие друзья, которые можно позвонить в 3 часа ночи и рассказать о своей проблеме, они приедут и помогут. Это же подарок от Бога, правда? Что мы здоровы, это же так здорово, что мы имеем работы, что мы имеем такое прекрасное время, когда можем пойти на море и наслаждаться этой прекрасной природой, когда там в другой стране кто-то мерзнет. И это так здорово, что у нас такие тут вкусные плоды, и мы делимся с друг другом этим, что мы друг друга вдохновляем. Я так благодарна Наташе и Геннадию, особенно Наташе, потому что она тот человек, который умеет вдохновлять и умеет служить. И это такой для меня пример. Я благодарна каждому из вас, кто есть, что вы сопричастны к нашей жизни. Я благодарна, что Богу, что я могу славить Его, потому что Он вложил в меня этот дар, и для меня такая радость, что я могу прославлять Его, петь Ему и двигаться в этом служении, которое Он мне дал, на которое Он меня поставил, не я Его выбрала. Да? И каждый раз я просыпаюсь и благодарю за все Бога. Это так здорово. Поэтому можно вот так вот час вот стоять и говорить, за что я благодарю, за что я благодарю. И я реально благодарю, я славлю, и я знаю, что это все Он. Все, что делает, это Он в моей жизни. И я вот Ему воздаю хвалу и честь, и поклонение. Слава Богу. Но знаете, будет время, я еще раз повторюсь, посидеть за столом и...